Встречайте наших бойцов! Денис Журавлев! Россия! Хабаровск! Здравствуйте, меня зовут Денис Журавлев. Я приехал на 14-й международный турнир по смешанным единоборствам по версии драка. Свою победу я посвящаю своей девушке. Добрый вечер, я Александр Добрынин, представляю команду Забайкальского края. Подготовлен к соревнованиям достаточно хорошо, приехал побеждать. Перчатки попросил рефери перемотать. Аплодисменты, аплодисменты. Друзья, давайте мы с вами все время будем поддерживать всех бойцов, которые выходят сегодня на этот ринг. Тем более, если это наш земляк. Все. Итак, первый бой сегодняшнего вечера. Первый раунд. Thank you.
Первый раунд. Спортсмен расходится по углам. Давайте же аплодисменты подарим нашим бойцам. Особенная поддержка требуется нашему земляку Александру Добрынину. Он находится в красном углу ринга. Не забывайте. Давайте дарить аплодисменты бойцам, в особенности, когда они сражаются между собой. Их, ваша поддержка, уважаемые зрители, очень важна для них.
аплодисменты, дамы и господа. Аплодисменты, аплодисменты. После сегодняшнего турнира у вас должны будут болеть ладошки. Очень динамичный бой. Между раундами 1 минута. Третий раунд. Единогласным решением судей победу в первом бою одержал Александр Добрынин, чувак! Аплодисменты, дамы и господа, аплодисменты! Еще раз вам аплодисменты, просто настоять, пожалуйста, ребята.
показали действительно замечательный бой. И вполне приятно, что победил наш с вами земляк. Мы продолжаем.